Урок 1.3. Создание новой композиции. В программе After Effects есть понятие композиции. Композиция – это базовая единица проекта. Проект должен содержать как минимум одну композицию. Композиция создается с помощью команды Composition – New Composition. Композиция – новая композиция. При этом появляется окно Composition Settings – настройки композиции. Поле Composition Name – название композиции. Введите имя создаваемой композиции. Далее нужно настроить размер кадра композиции. В раскрывающемся списке Preset – заготовка. Содержится перечень различных форматов видео. Каждый формат определяет размер кадра видео, пропорции пикселов и частоту следования кадров. Можно вручную указать размеры кадра в полях Width – ширина и Height – высота, а частоту кадров в поле Frame Rate – частота кадров. Воспользуемся стандартными параметрами. В раскрывающемся списке Preset – заготовка. Выберите пункт PAL D1 DV. Автоматически в полях Width – ширина и Height – высота будут установлены значения 720 и 576 – ширина и высота кадра в пикселах, а в поле Frame Rate – частота кадров – значение 25, то есть частота кадров, соответствующая формату PAL. Далее нужно установить длительность композиции. Она указывается в поле Duration – длительность. Первое число слева обозначает часы, второе – минуты, третье – секунды, а четвертое – кадры. Укажем длительность композиции, равную 5 секундам. Для этого дважды щелкните в поле Duration – длительность. Имеющееся в нем значение будет выделено. Введите число 500. Два нуля в этом числе не являются ведущими, поскольку находятся справа от цифры 5, поэтому их необходимо вводить. Щелкните за пределами поля Duration – длительность. Введенное значение примет вид 0, 0, 0, 0,5, 0,0. Нажмите кнопку «Ок» в диалоговом окне Composition Settings – настройки композиции. Оно будет закрыто. Обратите внимание на изменения, произошедшие в окне программы. Во-первых, на палитре Composition – композиции появился черный прямоугольник. Этот прямоугольник и есть кадр, создаваемый вами анимации. Во-вторых, на палитре Project – проект появился первый ресурс, созданная вами композиция. В небольшом окне просмотра палитры отображается содержимое ресурса. Справа от окна просмотра отображаются параметры композиции, размер кадра, пропорции пикселов, длительность и частота кадров. Название композиции появилось также в заголовках «Palette Composition» – композиция и «Timeline» – монтажный стол. Несмотря на это, далее данные палитры по-прежнему будут называться своими именами, то есть «Composition» – композиция и «Timeline» – монтажный стол. На этом урок завершен.